Специалисты по связям с общественностью Ульяновской области в преддверии своего профессионального праздника собрались сегодня на 13-й региональный пиар-саммит. В нем участвуют руководители, сотрудники пресс-служб. И не так давно саммит приобрел еще одно название – «Летняя академия для специалистов по связям с общественностью». Само слово «академия» как бы говорит о том, что это обучающая площадка. И в первую очередь это площадка, где идет обмен опытом, где получают пиар-специалисты нашего региона новые знания с помощью авторитетных экспертов из столицы, ну или из других городов нашей страны. Вот мы стараемся привлекать сюда, на эту площадку. Ну вот главная тема 13-го регионального пиар-саммита – социальные сети во всем их многообразии. Об этом как раз наши пиарщики разговаривали с московскими коллегами. Например, Влад Титов. Он основатель объединения комьюнити-менеджеров России. Провел для наших обучающий семинар «Работа с негативом в соцсетях. Тактика и неочевидные стратегии». Вот, например, если информация фальшивая или, главное, негативная. Качественный фейк написан так, что он очень похож на правду. И если чиновник или пиарщик прекрасно понимает, что это фейк, никогда нельзя этого показывать и общаться именно так, что, ну вот, вы написали ерунду, поэтому мы не будем отвечать. Аудитория это будет воспринять очень плохо, то есть вы не готовы отвечать на реальные проблемы, ведь люди этого не знают. Поэтому каждый раз нужно сохранять спокойствие, и каждый раз нужно отвечать так же, как будто отвечаешь на реальную проблему. Внимательно, спокойно. Это сложно, потому что ты внутри себя знаешь, что это неправда. Но к этому надо готовиться. На саммите также работали диалоговые площадки. Они были посвящены присутствию молодежи в соцсетях. Также был объявлен и победитель конкурса «Лучший пиар-специалист Ульяновской области 2019». Это Наталья Акутина, сотрудник пиар-службы мэрии.